Среди наиболее распространенных поломок диджей-пультов является неработающий эквалайзер. Давайте разберемся, что с этим можно сделать. Представленные на современном рынке микшерные пульты внешне выглядят довольно надежными, однако, как и любая другая техника, время от времени они ломаются. Среди основных причин – заводские дефекты и неправильные действия со стороны пользователя. Любому акустическому оборудованию не нравится, когда его эксплуатируют на предельной мощности, его важные элементы, детали и комплектующие очень быстро выходят из строя. Повреждается, в частности, эквалайзер, который довольно быстро перестает работать. У многих возникает вопрос о том, можно ли починить его своими силами и какими хитростями, советами и гайдами нужно для этого воспользоваться. Опытные мастера сервисных центров рассказывают, что никакие действия самостоятельно предпринимать не стоит. В лучшем случае вы не добьетесь желаемого результата, то есть не сможете ничего починить, а в худшем спровоцируете возникновение других серьезных поломок, из-за которых итоговая стоимость ремонта многократно возрастет. Самым верным решением будет незамедлительное обращение в крупный сервисный центр, специализирующийся на ремонте техники разных брендов и моделей. Его специалисты подробно ответят на все интересующие вас вопросы, а также произведут диагностику вашего микшерного пульта. По ее результатам будет ясно, сколько времени займет ремонт и в какую сумму он обойдется. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с описанием к этому видео и с закрепленным комментарием к нему.